Привлечь внимание к профессии – задача, которую может выполнить простая фотография. Участникам фотопроекта «Профессия в кадре» такие фотоработы помогли завоевать призы и признание однокурсников. Уже второй год подряд, по традиции, все участники собираются в Московском областном профессиональном колледже информационных технологий на церемонию награждения. Так как конкурс открытый, в этом году к нам даже подключился Пензенская область, то есть город Сердобск, приняли участие в нашем конкурсе. Вот. Более 100 заявок мы получили в этот раз. В том году это было где-то около 65, в этом году сравнительно больше. У нас конкурс направлен на повышение интереса к рабочим профессиям у молодежи. Нужен, важен. Не только как профориентационная работа для того, чтобы наши школьники, наши ребята пытались определиться, пытались понять, узнать. Ведь они не просто делают фотографию, а они же еще узнают о данной специальности и пишут небольшой комментарий. Кадры, отражающие профессию, как нельзя лучше ее рекламируют. Для участников конкурса каждая съемка – личный вклад в развитие профессии. Труд – дело почетное, а любая профессия может быть интересной и вдохновляющей, утверждают участники фотовыставки «Профессия в кадре». В эти фотографии тоже вложен труд, и не только тех, кто их делал, но и тех, кто на них запечатлен. Для Анны, студентки колледжа МАПКИТ, которая получает нужную и полезную профессию повара, конкурс фоторабот «Профессия в кадре» стал первым и, как выяснилось, удачным. Фотография девушки завоевала первое место. Нам сказали сделать фотографию о моей профессии, вот, и мы решили со всей моей группой попробовать сделать фотографию. Изображена работа, процесс работы, где стараются что-то сделать, показать. Надо отметить, что профессиональное жюри оценивало не только качество съемки, но и в первую очередь так называемый удачный кадр, который отражает всю суть профессии. Важно и то, что в этом конкурсе нет проигравших. Все участники получили грамоты и ценные подарки. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».